Эвок тут уже набрасывает ему пол раунда. Эвок уже сделал минус. У Эвока уже 500 урона. 12 выстрелов, 10 пробитий из них. МТ-25 тут нормально работает, друзья. Очень нормально. И Ноуник в чистом поле пытается выйти на сбитие. Смотри, что делает Эвок. Выходит на троих. Три. Да все верно. Найкера таранит. Красавчик! Он заблочил Найкера. Разбил его. Какая жесткая команда Seven Plays, друзья. Да, идут за Ноуником, по-моему. Снизу решаться ли выйти на сверху, выезжают, так выезжают агрессивно, но могут поставить сейчас под этот хантер Red Mist. И как далеко сейчас выезжает Red Mist, промахит команды Low Team, спасают Red Mist, он поворачивает, уходит дальше за хомик, на минке может остаться, минки может остаться. Ноуник минус 1000. Дважды, все, минус минки. В карту рудники. Мне кажется, Аркада просто убивает сообщенку. Сейчас вы попыткой своей запушить усов третьих в лобовую. Гренадер ваншотный, погибает бургер, Angel Killer, шутер с ваншотные танки. И только Фалкон пытается воевать, да и то не очень. Уверенная, четкая игра в защите. На этот раз ИСы просто раздавили своих оппонентов. Да, монстры. На том, конечно, фишечный раунд пытались сделать игроки Аркады. Вот выскочить хотели с маяка и, может быть, забрать одного из ИСов третьих. И, может быть, где-то там чуть-чуть долить, там полсекунды не хватило. А может быть, одно, а может и двух. О! В итоге 3-1 за плейбеттер. И вот выход. Прайсфайтер вообще такой не понимает, что происходит. Разворачивается, раз, дает один шот, второй уходит. Ну, как Angel Killer хватанул. Да, собрали хотя бы Прайсфайтера и пошел контрпуш. Ай, все, Зильвор не поможет. Все, 3-3, друзья, смотрите. Скорее всего, тут будет просто разрыв соток. Скайтуман пытается закрыть Шамрока, но, по-моему, до свидания. Нет, это Скайтуман и Шамрок. Все. Это разрыв, это мясо. Почастую. Это просто детский мат от ребят из команды Arcade. Очень простой, очень неуверенный раунд. И посмотрите, три танка уже остается. Два ИСа и Т-37. Ну вот сюда дали снова шанс. Зачем? Все, вон, идти дальше, добирать страйка и сбить захват. Теперь осталось только сбить захват. Три танка в захвате, только сотка может сбивать, но сотка не светит. 7, ой-ой-ой, 6, ой-ой-ой, 5, 4. Засветит, не работают. Все, видит. Блайнди! Есть, сбил. Захвата, все, выезжает вон. Еще сбивать, сбил скириллоида. Вот этот символ красавчик, конечно. Все, со всех сбили захват базы, здесь три танка и 2-1 в пользу торнадо. Поинт пару на 600 летело, получает 3, но пытаются... По крайней мере, фейта. Знаешь, с горки можно сбивать позицию левшими. А хпшечка-то заканчивается? Хпшка уже как-то там... Нет, еще, ну, еще в принципе нормально. 1-1 идут. Да, равненько, при таком раскладе это явно не за... Рино забрал Инспайрера, минус Рино, спасибо, Рино. Да ладно, Рино, жестко, и ему симпл заезжает. Это шанс, это... Минус 2 ИСа, друзья. О, великий Рино, спасибо большое, что дал шанс торнадо, 4-1. Не поспоришь. Итак, Фил. Хорошо, слайд. Вообще слайд ваншотный. Ему сразу 3 шота прилетело. Ну, добирать от 3 ИСов. Здесь же КД. КД по-прежнему заряжает Толик. С Вулфа сбили захват базы. Ну и все. Вон остается ваншот. Он получает 5 много урона. Вон должен добирать. Погибает ваншотный слайд. Сзади выходит. Кир. На год по-прежнему Паблус. Не Паблус. В этой ситуации дамажик-то еще может получиться. Но как ты поменяешь? Я никак.